Около 10 лет ты выступал за Красноярский край, а сам родился на Урале. Как так получилось? Это спортивная судьба? Ну, 10 лет, это же надо было что-то тогда сейчас уже буду говорить, сейчас земляки из Каменск-Уральского обидятся. Я же сам родом с Каменск-Уральского. С 2004 года я боксировал за Красноярск. С 2006 я уже начал жить в Красноярске. Меня мама отпустила, я приехал сюда. И начал уже проживать в Красноярске. Боксировал за краевую команду и за сборную России. Тогда я входил в состав сборной страны, еще был в любительском боксе. И будучи, когда уже завязал с любительским боксом, уже начал профессиональную карьеру, уехал в США. Там тоже, там, когда выходишь в ринг, тебя объявляют там From Russia и там Каменск-Уральский меня первый бой объявили. Mm-hmm. Там они смотрят место рождения же, как в Википедии. Я после боя рингоноса Эггису говорю, зови его. Он приходит, я говорю, Каменск-Уральский, Красноярск. И он стал объявлять Красноярск. Если посмотреть мои бои, то там объявляют Красноярск, а не Каменск-Уральский. Это по моей личной просьбе, Топоренко объявлял Красноярск. Какая в чемпионском бою Каменск-Уральский объявили, потому что там это было матч-рум делал шоу, другой промоушен, и там Монте-Карло было. Там они по Википедии зачитывали. Не было того, что Топоренко уже знает, как правильно объявлять мне, а матч-рум не знал, как мне правильно объявлять. Но это не то, что я считаю, что я отдаю дань уважения городу Красноярску. Я очень благодарен Красноярску. Красноярск мне подарил много друзей. Подарил супругу мне, подарил, становление как мужчины, потому что я уехал там 14-15 лет мне было. Красноярск, я считаю, родным городом. В Красноярске максимально времени сейчас я большую часть, конечно, в Москве проживаю, но по возможности я стараюсь находиться в Красноярске, потому что мне очень нравится в Красноярске. Ну вот ты же здесь не в гостинице живешь, это тоже о многом говорит. Не в гостинице, нет, у меня здесь недвижимость, в Москве ты вроде... По другим командировки, делам. Да, здесь все равно дома.